На общем ежегодном собрании Президиума Национальной Академии Наук Азербайджана, посвященной научной и научно-организационной деятельности в 2016 году, удостоенным золотой медали имени Низами Гянджева Азербайджанской Республики, была вручена эта высокая награда. Согласно решению Президиума, член-корреспондент Академии Наук Азербайджана профессор Наргиз Пашаева удостоена золотой медали имени Низами Гянджева Азербайджанской Республики за исключительные заслуги в создании и обеспечении эффективной деятельности научного центра Азербайджана и Гавказоведения имени Низами Гянджеви в Оксфордском университете, являющегося важным международным проектом, реализованным в научной и образовательной сфере в Азербайджане в годы независимости. Выразив признательность за награду, профессор Наргиз Пашаева рассказала о деятельности научного центра Азербайджана и Гавказоведения имени Низами Гянджеви в Оксфордском университете, достигнутых успехах. Кроме того, за особую поддержку изучения на научных основах культурного и исторического наследия Азербайджана в мировом масштабе золотой медали имени Низами Гянджеви Азербайджанской Республики также удостоен руководитель научного центра Азербайджана и Гавказоведения имени Низами Гянджеви в Оксфордском университете от Великобритании профессор Роберт Хойланд. Профессор Роберт Хойланд выразил удовлетворение своим визитом в Азербайджан и тем, что удостоен этой медали, выразил признательность за эту высокую награду. Севда Джафарова, Шакир Гурбанов, Эльмин Лачинов, Азертач.